Ну что, всем привет! Давненько не было у нас рубрики про рот, который кушает на 5 рублей. Сегодня идем в кафе «Проспект», недалеко от торгового центра «Галерея». Погодка не ясная, не то холодно, не то жарко, но это не помеха. Ну что, вот кафе «Проспект», оно внутри достаточно большое. Рядышком кинотеатр «Москва» и вот за этим вот зданием, вот за этим, торговый центр «Галерея». Ребята, до меня дошло, что это хрустит на зубах. Это не картошка, и это не хрящики от курицы. Это горох у меня хрустит на зубах. Видимо, он либо недоваренный, либо что-то с ним не то. Я не знаю, как правильно готовится горох. Не, вы представляете, короче, машинально просто выбросила чек. Кстати, тут 4,71, сейчас покажу, что купила. И пришлось порыться в мусорке, чтобы его найти. О! Так, что у нас вышло на 4,71? Оладушки 2,17, хлеб, по-моему, около 7 копеек, суп 1,60 и сок 87 копеек. Нет, ребят, все-таки знаете, что это был не горох, вернее, и горох тоже, но мне попадались хрящики от курицы, и не один, и не два, поэтому суп мы доедать не будем, очень странно, обычно здесь вкусный гороховый суп достаточно. Ну что, поехали картофельные оладьи? Ну как оладьи, один оладушек. Не считая того, что они абсолютно холодные, то окей. Самое страшное для меня в оладушках, что там будет невкусное мясо. Но здесь оно такой добротный кусок, здоровенную котлету такую положили. И мясо без хрящиков, без ничего, очень вкусное. Блин, ребят, на соке мне тоже не везет. Я даже не понимаю, с каким он вкусом. Мультифруктовый, что ли? На меня сейчас девочка в окно смотрит. Смотрит и улыбается. Блин, ну из 4 позиций, которые мы не купили, 3 я не доела. То есть я не доела суп, не допила сок, не доела черный хлебушек. Но оладушка была вкусная. Признаться честно, вот как будто бы карма какая-то. Обычно здесь вкуснее.